смеяться, как жестко богатый. Да. Как богач жесткий. Не, ну-ка, мне интересно, как ес. Это звук вот где-то вот, знаете, про, ну вот, идешь по улице, справа может быть детский садик, там дети шумят, там вся хуйня, а слева дом престарелых, блядь. И вот там где-то на последнем этаже дед сидит перед форточкой, блядь, и ему резко стало смешно с уральских пельменей. Вот, ну, его порвало, блядь, и вот он смеется, нахуй. Это пиздец, старье, а не смех, блядь. Это не богатый смех, нет. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Lost Team. Lost Team, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Смех богатого человека, блядь. Ага, все зап... Писал, теперь есть о чем поговорить с психиатром. Нахуй, иди! Что это? А я так могу? Нет, не могу. Он просто прокричал. Сейчас кот этот... Это лучшая хуйня, это очень похоже. До Слободы доеду? Сегодня. Автобус идет до Слободы. А доедешь ты или нет, это никому не ведомо. За проезд оплачивай. А это что, мой телефон? Твой стрим. Этот... Вова тоже решил присоединиться. О! Это пиздец. Хуй. А ты нахуй туда залез? Крокодилы? А нахуй сейчас спрашиваю это? Кого вообще волнует, зачем стримеры или я делаю хуй? Меня волнует. Нахуя? Яйца. А, потому что я стример. Я сумасшедший нахуй. Я вот так сидел все время в гримерке, вот сейчас покажу, вот. Ребенок, смотри, как твою маму. Ну, сука, не дали мне Майнкрафт пройти, блять. На этом видео мальчику осталось жить полгода, он этого не знает. И эти добрые волонтеры дарят ему подарок из его любимой игры Майнкрафт. Сосы, блядь. Слободы доеду? Автобус идет до Слободы. Это имба тоже. А доедешь ты или нет, это никому не ведомо. За проезд оплачивай. Мы реально по автобусу ездили, блядь. Ну, по авто... На автобусе ездили по Китаю. Ты щавель, а я крутой милстроик. У меня так много бабок. Даже не знаю, что кринжовее вот это, блядь, или, ну, то, что Хес успел. Потому что я крутой. Щавель мне не нужен. Мне нужен только перец. История повторяется. Реально такая же один в один. Не, вот на словах ты хрясь, а на деле... Ноль, ничего не говорил. Ну, стандартный Макс. Это его ТикТок, блядь? Он предугадал, нахуй, ход времени или что? Кашин мой герой, Кашин мой герой. Сидел, стоял. Меня такой водитель возил на Шкоде. Было. Девочки, старая. Запоминаем, как нужно ходить, когда видим будущего. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
колокольня двигается, охуеть. Короче, как объяснить? Я не педофил, но... Привет. Володька, блядь. Хочешь посмотреть, что я делаю в приватном шоу? Регистрируйся по ссылке. Бесплатно. Ссылка на экране или в описании. У тебя реально ТикТок Макса, блядь? А я гей, сори. Ебало Нелли, представили? Печеньки какие-то. Илюша, я подарю тебе на концерте Володя. И бомба. Если... Что он там сказал? Если ночью вы слышите свист у своей двери, вы обречены. Девочки, запоминаем, как нужно ходить, когда видим душу. Ну сейчас пойдет. Роблокс походка. 4, 5, 6, 7. Так, а если я посмотрю, как богатый, типа... Как вы это делаете? Блин, 29 лет, нахуй. Кстати, я не понимаю. Нет. Я еще не получаю, типа... Так, а что я его делаю? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Сделал пока этот смех? О, ауди. Ребята, за стрим, спасибо за... Вот это кружок, это полный пи***ц, легендарный, блин. Поздравления. Вот Илья. Зипхудя открылась. Мужчины, у которых дома есть коты, считаются более счастливыми, чем те, у которых оторвался тром. Сейчас будет. Спасибо. Абсолютно одна дома, этот человек стоит неподвижно уже час. Что это, блядь? Он не шевелится и не разговаривает. Алексей, я залез там. Вам кто-то звонит. Возьмите трубку. Бизнес, братья, делит. Топаем, топаем, все эти лес. Блядь, идиоты, нахуй. Мы не богаты, но кайфуем, блядь, как эти нам. Кайфуем, как и депутаты. Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. Тимми, Тимми. А вот Хесус, вот на, конкретно на вот этом видео, это реально как нейросеть один в один, даже мимика как будто нейросетная, блядь. Вот это вообще не выглядит, вот как будто его лицо наложили, блядь. Аристотель? Аристотель. Это Баян и Соболина. Все уже это видели в другой нарезке. Когда видим душу. 4, 5, 6, 7. В этой стране живет чуть более 5 миллионов человек. То есть... Блять, сука. Да, это достаточно маленькая страна. Если там живет, я не знаю, в 3 раза в месяц. Блять, ну, наверное, короче, это Австралия. Я еб... Сколько в Австралии живет? Может, там, блядь, одни пауки, нахуй. А это... Блядь, это... Ну, забыл, блядь. Эльза... Эльза... Узбек... Так, Узбекистан, это я знаю. Узбекистан... Блядь, на всех других тестах, где флаги, я, блядь, угадывал и выигрывал ставки, нахуй. Почему-то только когда я... Забываю или проебываюсь, нахуй, вставляю. Спасибо. Еще раз. Еще раз. Только не ты. Ты мне в страшном сне приснился. Побежал бы. Hello, я изучаю английский. И это значит анальный секс. Что это? Умом? Ну, выздоравливай. Что происходит?
Каждый мечтает это сделать. Пока другие мечтают, я думаю. Ну, я делаю. Аристотель. Что за хуйня, блядь? Его до сих пор там нету. Ты щавель, а я крутой мюзик. Ну, оригинал в очередной раз. Крутой. У меня так много бабок, потому что я крутой. Стример! Стример! Чё за стример на моём рабочем месте? Чё за стример на моём рабочем месте? Стример! Ебать, звук охуенно сделали. То есть тебя сейчас абсолютно не смущает тот факт, что ты пялился на мужскую жопу, да? Я не смотрел. Ты гей. А минусы? Да. Как сказать девушке, что она охуела? Надо вести себя нормально. Дорогая, ты охуела. Справедливо. Вот это я понимаю, технологии дошли. Искусственный интеллект, чат GPT, теперь нас красят в прямом эфире. Вот это да. Вот сидишь такой, пердишь, а потом раз, и ты красотка. Готова ехать к первому встречному из комментариев. Блять, это относительно новый ТикТок, чтобы вы понимали. Это ограбление нахуй. Давай бабки, давай продукты, блядь, жвачки, блядь, да мне плохо. Какой пиздец. Хомячат что-то. Чего мог быть? Это Женин, ты же бизнесёк. Но людям всегда это всё невдомёк. Просто насладитесь лирикой. Лицо просто ждёт на нёк. И взрываем мозг через пулю и жалость в столь заебавшей реальности. Сосиску зачем взял? Сосиску зачем взял? Контору спалили, сука, гондонов. Три сучки кидались сосисками, нахуй. Я хочу сосиску. Нет, мы в предбаннике стоим. Я хочу сосиску. Сейчас начнется церемония подарков. Видели? Говорит, что если держать улыбку 30 секунд, то настроение поднимется. Сука, блядь! Что это? О, все, фух, слава богу. Что? Кто смотрит этот клип, тот лох ебаный. Ах ты сучка, блядь. Шабанова, это самое нормальное. Наверное, спеши, поплыл. Тут притормаживай чуть-чуть. Притормаживай. Притормаживай. Ой, ебать, урод. Нас 25 тысяч. Мы идем разбираться. Идет как будто нахуй на похороны. Я себе, блядь, на Майнкрафте на игре 662. Это мало, блядь, чел. Да, блядь, я начинал... Типа год назад стримить с 30 онлайна. Если бы мне сказали, что... А, блядь, я только понял, что это, типа, ну, новое, а это, блядь, вебка старая. Ну, полтора года назад уже. Если бы мне сказали, что чел, у тебя будет 600 онлайна, я бы сказал, да ты пошел ты нахуй с такими шутками. Ну, по факту. Меня толкнула собака и трон... Я не про это. Твой мужчина одновременно. Однажды я решил... Ебаная, блядь, соболина, и пошла ты в... Пойти на вечеринку, где познакомилась с симпатичным парнем, и сразу захотела переспать с ним. Он сказал, что у него странные фетиши, но я и сама люблю разнообразие. Бля, какая скотина, блядь. Что это, блядь? Я ни разу это не видел даже. Затратами на рекламу набрать просмотры, и все благодаря... Кстати, очень важный момент. Есть, короче, аргументы, которые защищают. А вы думаете, откуда зрители берутся? Во-вторых, это все аккаунты разные, кстати. Зилов умер, царство ему небесное, такой хороший человек был. Я вот читаю этот... Сука,
Максим Шабанос. Пошел бы. О. Что, что с тобой? О, это Хесус. О, боже, я уже не могу просраться целую неделю. Из-за этого запора я стал горбатым, а мои ноги, они увеличились в 5 раз. Увеличились. А моя голова, о боже, на кого она похожа? А, вдамнет! Моя голова похожа на утконоса. Антон, блядь, подними правую руку. Ну, вам хочется посмотреть, блядь, на мою жировую, блядь, бицепс, блядь. Ну вот, пожалуйста, смотрите, мой жировой бицепс, блядь. Чего вы доебались-то до меня в натуре? Момент даже стали забывать, что это, блин, просто конфеты. И похоже, что первыми об этом забыли маркетологи. Я помню эту рекламу, у меня хуй стал тогда. Некоторые считают, что они умнее меня. Посмотрим. Я еще не встречал никого умнее пули. Макс снайпер, Тоха пулеметчик. Это что, блядь? Кто сказал? А я? Было. Как будто уже год прошел, нахуй. А в следующем году будут делать такие же видосы про эту стримхату. Эх, бля.